Эмма, кто это был? Эмма. Всем привет, и я вас поздравляю с началом пересказа сериала. Это видео создано при поддержке моих бустеров. Огромное вам спасибо, большая благодарность Ратату за донат, и этот сериал не про насильника, если что, поначалу вы могли подумать об этом, так вот, не думайте. Сериал называется «Предшественница», и для алгоритмов Ютуба я попрошу вас поставить всего лишь один лайк и написать какой-нибудь комментарий. Устраивайтесь поудобнее, и окей, сериал начинается. И первое, что мы видим, это мужчину, который моет пол. Видимо, ему это не нравится, потому что выражение лица у него, печальное. Однако мы переносимся на какое-то время вперед, и оказывается, это был дом этого мужчины. Он его сконструировал, и это умный дом. Дом этот просто невероятен, и он сдается. И сдаются по очень низкой цене. Поэтому его постоянно ходят смотреть, однако новых жителей так и не выбрали, потому что у хозяина высокие требования. Помимо этого, еще нужно пройти некое собеседование лично с ним. Ну так вот, одни из тех, кто смотрит этот дом, парочка Эмма и Саймон. Не успеваем мы к ним привыкнуть, как переносимся в будущее. И знакомьтесь, это Джейн, которая так же, как Эмма и Саймон, смотрит этот дом, только уже с другим риэлтором. И через 3 года. Конечно, Джейн, так же как и та парочка, восхищается этим домом, восхищается тем, что он сдается за какие-то копейки, и это должно вызывать подозрения, но все дело в хозяине, который очень щепетильный человек, любит минимализм, здесь ничего нельзя переставлять, здесь нельзя вешать какие-либо картины, и даже книги сюда тащить нельзя. А еще, как оказывается, за 3 года после парочки тут так никого и не поселилось. Ну, конечно, все дело в хозяине, но никто ему не нравился. Возвращаемся к Эмме, и пока она осматривает дом, резко льется душ, и мы понимаем, что у нее есть какие-то психологические травмы. В общем, риэлтор рассказывает про все плюсы, ну и минусы этого дома. Опять-таки, здесь всего один шкаф, много вещей нельзя, и тем более уж эти вещи нельзя разбрасывать. И, в общем, все это выслушивает Саймон и такой: «Господи, мы что, малые дети, за нами будут следить, что ли? То есть мы не должны разбрасывать вещи, не должно быть никакого бардака. Ну а есть еще небольшая проблемка, и проблема эта в том, что Эмма не любит убираться». Так вот, Саймон говорит: «Конечно, дом прикольный, но извините, наверное, надо посмотреть что-нибудь другое». И они вместе с риэлтором идут на другие дома. Но вот Эмме понравился именно этот дом. Пока, домик. Как и через 3 года, этот же дом нравится и Джейн. Не забываем, нужно еще пройти собеседование с хозяином. Ну а перед этим нужно еще и пройти тест, и вот один из вопросов. Пожалуйста, составьте список вещей, которые для вас необходимы. Подруга считает все это странным, но Джейн защищает хозяина и говорит, что он минималист, и еще Джейн очень сильно хочет переехать. Она надеется, что там сможет начать новую жизнь, потому что кое-что произошло в ее прошлой жизни, но об этом позже. Кое-что произошло и у Эммы с Саймоном. Их недавно ограбили, грабитель приставил нож к горлу Эммы, и после этого она чувствует себя в этом доме незащищенной. Поэтому она очень упрашивает Саймона, чтобы снять именно тот дом, потому что она видит, что в нем безопасно. Саймон все-таки соглашается, и они идут на собеседование к хозяину. Ну, это тот же самый мужчина, звать его Эдвард, он все сидит за конструированием, что-то там рисует и так далее. Но вот приходит Эмма с Саймоном, он отвлекается и начинает задавать вопросы. Почему вы хотите жить именно в этом доме? И тогда Эмма рассказывает о своей ситуации. Рассказывает она свою историю довольно эмоционально, что трогает Эдварда, но под конец разливает кофе и... Блин, все, собеседование провалено? Извините, мне так жаль. Дам тебе совет, Саймон. Никогда не извиняйся за того, кого любишь, даже если придется быть мудаком. Ну что сказать, тупо цитаты Волка, и Эмма обратила на это внимание. Эдвард обещает, что если что-то с ними свяжутся, и мы переносимся к Джейн, которая также приходит на собеседование. 3 года спустя, все та же комната, все тот же Эдвард. Так вот, Джейн застала, что Эдвард с кем-то спорит, и начала его расспрашивать, а кто это был, что это вообще такое было. И как оказывается, спорил он с партнером по поводу сбора данных о пользователе. Умный дом, он подстраивается под каждого пользователя, и это уже смущает Джейн, потому что он что, будет следить за мной? Даже в душе? Однако Эдвард уверяет, что информации он собирает не больше, чем Google или Facebook, так что
не волнуйтесь. Так вот, теперь вопрос адресуется к Джейн, и она обещает, что дом оставит таким же индивидуальным, как он сейчас и есть. Потому что она понимает, Эдвард минималист, и ему, в общем, это все нравится, ответы Джейн. И как-то разговор плавно перетекает к тому, что изначально этот дом не планировался умным и так далее, он просто должен был быть семейным. Семейным для его семьи. Но, как вы понимаете, его семьи не стало. В общем, если что, Джейн, вас оповестят. Так вот, у одной из работниц Джейн спрашивает, а что за дом планировался, ну, который семейный? И она удивляется тому, что Эдвард рассказал про эту историю, ведь он мало кому ее рассказывает. В общем, никакой информации Джейн не получает, и мы снова переносимся к Эми, которая ходит к психологу, и казалось бы, ну, как-то много у нее проблем для человека, которого просто обворовали. Да, ей еще приставили нож к горлу, но она совсем не может отпустить эту ситуацию, прям никак. И это очень сильно на нее давит. И вот она хочет что-то сказать психологу, но потом... Да нет, ничего. Возвращаемся к Джейн, которая возвращается на работу и сразу же получает порцию соболезнований. Интересно, по поводу чего? Джейн была все это время в декретном отпуске, ей уже нашли замену на это время. И сейчас Джейн хочет вернуться на работу, но, к сожалению, контракт так просто не порвать с заменой. Поэтому Джейн... Сорян. На работе у Эммы тоже все не отлично. То это напиши, то напиши, но она помощница как бы. И давай вообще побыстрее кофе принеси. В общем, девчонкам в один и тот же момент приходит сообщение о том, что дом их. Именно их выбрали как новых жителей умного дома. И да, хоть все эти события с разницей в 3 года, нам это все показывают параллельно. Вот они собирают вещи, а вот она собирает вещи. Вот Джейн заезжает в умный дом, которому, кстати, даже ключи не нужны, просто браслет оденьте, подойдите, и вас поприветствуют. Приветствие оказывается, ну, очень теплым, потому что хозяин еще и цветы оставил. Эмма везде с собой таскают камушек, он ее успокаивает, особенно после того случая. Саймон тоже обустраивается, ну и вот просто посмотрите, как Джейн распаковывает вещи и как кидает вещи... Эмма. Джейн прячет какую-то коробку, которую привезла из дома под кровать. Ну а Эмма узнает, что дом настолько умный, что для вас может подобрать музыку. Игривую или продуктивную? Игривую. Для зумеров, конечно, можно ставить что-нибудь такое. Так, все, от музыки переходим уже к вечеру. И прикиньте, опять-таки дом настолько умный, что сам говорит, когда ты должен заканчивать чистить зубы, что, как по мне, превышение его полномочий. Алло, вот когда захочу дочистить зубы, тогда и дочищу. Ты чё, офигел? Эмма просто не может нарадоваться этому дому и предлагает устроить вечеринку, так сказать, чтобы друзья офигели от того, что здесь можно делать. Время ложится спать, и этот дом, ну, смущает Саймона. Он будто бы следит за тобой. О, мы уже утром. Джейн делает зарядку и после этого замечает, что снова ей принесли цветы. Но один раз окей, а дважды уже какой-то перебор. Поэтому ей приходится позвонить в компанию Эдварда и сказать, что это, конечно, очень мило, но может быть хватит мне отправлять цветы? Там есть какая-нибудь записка? Сейчас посмотрю. В общем, записка там находится, и это любимой Эмми. В компании Эдварда говорят, что сейчас он находится не в городе, так что это цветы не от него. Пожалуйста, свяжитесь с флористами, они что-то напутали. Джейн приглашает друзей в свой новый дом, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, как аккуратненько она все достает, как аккуратненько она все режет. И когда приходят гости, и когда дети идут играть к этому дереву, она просит их там не играть, потому что хозяин запретил. Один из друзей говорит, что у Джейн появился тайный поклонник, который только что оставил ей какой-то подарочек. Джейн быстрее бежит посмотреть, кто это. И это Саймон? Но, как вы видите, он в плохом состоянии. Джейн спрашивает, зачем вы оставляете это возле моего дома? И он говорит, что это для Эммы. Она умерла здесь 3 года назад. Джейн поначалу спрашивает, а как она умерла? Потом понимает, что это не ее дело. И Саймон огрызается и уходит. Так, вот Джейн довольно жутко, что здесь кто-то умер, поэтому он начинает гуглить про Эмму, про этот дом. И здесь ничего не находит. Здесь это в ноутбуке, который предоставлен от самого дома. Однако, когда она заходит через свой телефон, то сразу находит статьи. При неизвестных обстоятельствах погибла молодая девушка, но больше Джейн смущает то, что она похуже с ней. Но вот мы возвращаемся на
три года назад, когда Эмма еще жива, и она блистает. Сейчас они ждут друзей, чтобы устроить вечеринку. И помните, какую вечеринку устроила Джейн? Аккуратненько здесь, сестра. А так вот, короче, молодым посрать. Куча народу, курят, пьют, что-то там разбивают. И даже сам дом говорит, что максимальное количество людей превышено, пожалуйста, хватит. Но никакого не хватит. Джейн подходит к столу, снюхивает дорогу и растворяется в этом моменте в красивой музыке. Больше, к сожалению, нельзя, мы же на ютубе, но музыка реально кайф. Я ее даже к себе в аудио добавил. Однако, как и эта музыка, так и туса должны рано или поздно закончиться. Друг Саймона просит продолжения банкета, но... Эмма уже устала и, наверное, пора спать. Однако Саймон спать не хочет. Угадайте, чем они не занимались здесь еще? Тем, чем еще и не займутся, потому что у Эммы психологическая травма, она говорит, что не может. Ну и Саймон, в принципе, ее понимает, поэтому... Ладно, не буду приставать. Ночью лиса ходит возле дерева, а Эмма плачет. И наступает утро. К ним пришли полицейские. Они уже стоят возле их двери, поэтому Саймон быстренько подбегает, слизывает кокс со стола. И заходят полицейские. Как оказывается, они поймали того самого грабителя. Что ж, здорово, говорит Саймон. Также полицейские нашли телефон Эммы, который он у нее забрал. И они просят, наверное, поговорить наедине. Саймон говорит, да ладно, что такого, я же ее парень. Эмма предлагает всем поговорить здесь. И как оказывается, на ее телефоне нашли видео, где ее принуждают к... himself forcing a sexual act on you. He took my phone off me and then he made me do that. What you saw. Я специально дал вам послушать оригинальную дорожку, и вот как вы думаете, вот какая-нибудь студия будет так запариваться над озвучкой, чтобы восстановить дрожание дыхания? Ну, во-первых, держу в курсе, не в дубляже это очень сложно сделать, во-вторых, никто бы так не запаривался, в общем, неважно. Вы увидели актерскую игру, а я вам скажу то, что чувак проник в дом, подставил нож к горлу и заставил Эмму отсосать. Заснял все это на ее телефон, забрал телефон и сказал, что если ты расскажешь своему парню или полиции про то, что здесь произошло, он скинет это видео всем ее контактам. Она испугалась и сказала, что просто ее ограбили. Как вы видите, и Саймон тупо в шоке, и Эмма не знает, что сказать. Пиздец. Конечно, теперь есть видеодоказательства, и этого ублюдка должны посадить, но легче от этого не становится. В общем, полиция уходит, Саймон подходит к своей девушке и говорит, почему ты мне не рассказала? Ты думала, что мне будет все равно, или я разозлюсь, но... Эмма говорит, что я вообще тогда не думала, мне было страшно, и они даже на этой почве ссорятся. This isn't about you. Jesus. Эмме не понравилось то, что он все переводит на себя, мол, ты боялась сказать из-за того, что я подумаю и так далее. Он говорит, да речь сейчас вообще не о тебе, алло. Переносимся к Джейн, которая пытается работать, но ее же уже заменили. О, здравствуйте, мистер Эдвард. Так как выдается свободная минутка, а может и не минутка, они идут в кафешку. И Эдвард услышал о том, что у Эммы умерла дочь. Да, вот теперь вы знаете, что за травма у Эммы. Ну и как вы понимаете, тут они нашли друг друга, ведь Эдвард потерял семью, Эмма потеряла дочь. Кстати, по поводу дочери Эммы, она уже почти ее родила, и за 2 дня до родов у нее произошел выкидыш. Жестко. Ну так вот, когда Эмма успокаивается, Эдвард начинает говорить о том, что он сравнивает людей с домами, что довольно жутко, и в общем они находят общий язык, и тут Эдвард предлагает начать встречаться. Вот так, напрямую, на первом свидании, а чё бы нет. Ну, не просто какие-то отношения, а отношения типа без обязательств, типа как только ты захочешь, мы расстанемся, и не надо вот складировать прошлое, понимаешь, вот люди как дома, и бывает много барахла, а мы такие чистые дома. Короче, сложная аналогия, очень сложная. Ну а Джейн, послушав все это, говорит, что нет, пожалуй, я еще не готова для новых отношений. Спасибо, мистер Эдвард, до свидания. И вот когда Джейн возвращается домой, то видит цветы. Вот только в этот раз от мистера Эдварда, который написал, что ему было приятно с ней пообщаться. Ну а мы переносимся назад во времени, к Эмме, и ее коллега по работе загуглила, что там умерла семья мистера Эдварда, и буквально дом построен на костях. Эмма просто в шоке. Но еще больше жути нагоняет то, что... его жена была похожа на Эмму. И вот когда Эмма возвращается домой, то ее парень извиняется за то, что иногда слишком много думает о себе, понимает, что ей тяжело сейчас, и в общем устраивает такой романтик,
по итогам которого Эмма сама к нему начинает лезть, вот только уже Саймон как-то начинает давать заднюю. Он говорит, что ему нужно просто все устаканить в голове, а Эмма думает, что он ее брезгует. И вот Саймон говорит, что Эмма просто идеальна, он ее очень сильно любит, а Эмма говорит, что нет. Что она его больше не любит. Накопилось слишком много какого-то негатива, и ему тяжело это слышать, но Эмма говорит, я тебя больше не люблю. Саймон напоследок пытается сказать, что этот дом так на нее влияет, но она говорит, что нет, нет, пора нам попрощаться. Ну, Саймон собирает вещи и уходит, а Эмма остается одна. Джейн тем временем тоже одна, только она подвыпивает, включает музычку, начинает танцевать, расслабляется и такая смотрит на цветы и думает, ладно, мистер Эдвард, хорошо. И звонит ему. Звонит, чтобы сказать, ну хорошо, давайте попробуем. А вот Эдвард, кажется, именно этого и ждал. Ну а что там будет дальше, вы уже можете узнать на Бусти. Потому что на Бусти в данный момент есть вторая серия. И Эдвард все больше и больше кажется криповым челом. Эмма в моих глазах поступает немного неправильно. В общем, ладно, вторая серия уже на Бусти, поэтому вы можете ее заценить. Гигантская благодарность бустерам за поддержку. Можете написать в комментариях, что вы думаете, кто в итоге окажется убийцей. И будет ли он вообще. Может быть, это просто череда несчастных случаев. В общем, неважно. Но если вы знаете, то, пожалуйста, не спойлерите. Пожалуйста, не спойлерите. Все, ждите новых видосов, новых серий и не забывайте. Всех обнял.